Итак, дорогие друзья, мы с вами немного овладели скульптиком и вот научились делать таких вот милых игрушек, поберушек. Но проблема в том, что к ним нельзя применить риггинг. Я сейчас вам покажу почему. Уже понятно, да? Что огромнейшее количество полигонов, я не знаю, почти 3 миллиона, мне кажется. Вот эта цифра сдается мне. А может не это? Ну, в общем, дофига. Чего уж там говорить. Так. И если мы начнем с вами вдруг здесь делать риггинг, компьютер просто не потянет. Хотя у меня карта хорошая, но тем не менее, я думаю, что это бесполезно. Посему есть... Теперь такая игрушка называется Quad Remesher. То есть, по идее, он должен из этого превратить объект. Ну, вот здесь, скажем, сколько у нас будет. Скажем, да, 2000 всего. Так. И если мы сейчас нажмем Remesh, малость подождем. Вот 39%, 40%. Вот он говорит, все. Давайте проверим. Ну, как вы видите, тут прекраснейшая сетка. Просто замечательно. Вручную такую никогда не сделаешь. То есть Remesh — это и есть та самая штука, которая позволяет нам из высокополигональной модели сделать немного поменьше. Немного дофига. Так, и теперь я болванку удалю самого. Его там не видно, а здесь мы удалим. И у нас останутся только вот эти полигончики. Тут, правда, вырос какой-то странный полигон. Мы его сейчас... Так, сделаем следующее. Выделим. Пройдем вот так и удалим. Вот так. Такая щербатая у нас улитка. Ну, это, я говорю, что это самое мелкое зло. Вот. Ну и теперь мы можем спокойно с вами вот риггинг делать. То есть пойдем сейчас в объект мод. Посмотрим. Я не знаю, почему он красный. Скажем Shift A. И возьмем арматуру одинокая кость. Здесь сразу же пойдем, скажем, в фронте, чтобы мы ее видели. И давайте делать. Потому что я хочу не только просто свои фигуры, да, но я хочу их изменять. То есть подгонять под какие-то позы, делать какую-то смысловую композицию. Мне бы хотелось, допустим, здесь. Так, G. S. Немножко увеличим. Это будет основная кость наша, да? G. Вот тут она будет. Так, сверху смотрим. Нифига она не сверху, не так. S сразу же разворачиваем, R. Вот так, выровняем, отлично. Ну а дальше мы пойдем с вами так. Мы возьмем, пойдем в Git Mode, скажем E, потащим сюда, E сюда на грудь, E на голову. Отлично. Так все вроде верно. И еще мне нужен хвост и ноги. Так, ну вообще-то, ладно, проехали. Shift A. Берем эту штуку. Вращаем. R. Так, смотрим сбоку. Тащим сюда. G. Вот сюда. И опускаем этот конец.
Потому что хвост я тоже хочу, чтобы двигался. И еще ноги. Вот так. Теперь не надо R пустить. Вот так. Достаточно будет. Это чуть побольше. Смотрим сверху. Да, все отлично. Немножко подвигаем. Это сюда. Это вот сюда. Хорошо. А дальше давайте сначала на этом остановимся пока, да? Посмотрим, что происходит. Вот это мы соединим с этой, скажем, Ctrl-P и Keep Offset. Вот. Пока так. Сохраним. Так. Сохраним. И теперь сделаем обычную систему при ригинге, когда я говорю вот это и вот это. И вот это. Нет, вот это, глаза и наш скелет. Говорим Ctrl-P и говорим мягкие веса. Стоп, а тут мы что, не соединили? Пока нет, вот. По-моему, нет. Давайте еще перейдем сейчас в Edit Mode. Нет. Вот это выделим. Подождите, ребята, я кое-что пропустил. Нет, вот. А, нет, все нормально. Я же помню, что мы соединяли, да? Так вот, теперь мы пойдем с вами сразу из объекта, да, выделим вот это и пойдем в позу. Так. Ну и проверим, естественно, что нам это дает. G. Ага. Вот как нам это дает, что мы кое-что тут забыли. Хорошо. Объект мод. Так, давайте пойдем сюда. Edit мод. И проверим вот эту. Проверим мы сейчас ее. Смотрите. Объект мод. Мы перешли в Edit мод. Так, нам надо выяснить, как называется косточка. Называется бон третий. Третий, хорошо. Теперь мы в Edit Mode. Так, выделим вот это вот. Вот это сейчас. И пойдемте в Edit Mode. Полигоны. Зайдем вот сюда. Выберем бон 0.3. Проверим его. Да, видите, он не цепляется за них. Они для него никто, и звать их никак. Поэтому есть два пути. Первый путь мы просто возьмем сейчас и скажем вот draw и покрасим их тоже в красный цвет. Скажем, что они связаны. Вот тут. Связано с этой. Это один путь. Есть еще один. Это выделять полигон уже. Ну, пока посмотрим, может быть, нам этого достаточно будет. Вот видите. Закрашиваем все, потому что не закрашенные участки, они их потянут. Ну, потянет их. Так. Идем объект мод. Идем. Теперь выделяем нашу эту. И говорим, нам нужно будет позу. И вот она наша стоит. G. И вот теперь видите, она послушно работает. R. Если ей нужно, чтобы она посмотрела высоко-высоко. G.
Можем провести еще вот сюда и заставить их эти головешки мотать туда-сюда. Но лучше я вам сейчас покажу еще парочку, а это вы потом можете сделать сами. Я выберу сейчас вот этот. Пойдемте в Edit Mode. Мне нужна вот эта и вот эта палочка. Вот, да? Потом я скажу Ctrl-Shift-C. Опля. А в чем дело? Почему он не хочет друг? Ну-ка. Это с этой Ctrl-Shift-C. Вот, правильно. Надо в позе в моде это делать. Так. Но сначала я сделаю следующее. В позе Shift. Вернее, Alt-R. Мы все встали на место. И вот теперь выделяем эту, потом вот эту. Говорим Ctrl-Shift-C. Говорим вот этот вот constraint. Copy Rotation. Чтобы они вот этот копировал rotation, вот этот скопировал rotation вот этого, то есть rotation поворот. Единственное, надо будет забраться сюда в кинематику constraint, да, и сказать, что у нас нужна это локальная у нас система. Вот так. После этого мы можем пойти в позу, выделить это. Object Mode и в позу. И вот теперь, если я возьму вот этот и поверну его, то видите, за ним двигается вот хвостик вот так. Причем можно двигать как угодно. Вот так можно двигать, вот так. Это очень удобно. Так, следующее, что я хочу сделать, вот эти ножки, что ли, при поднятии вот этого корпуса, допустим, да, вот он приподнялся вот так корпус, да, вот так. То и как бы лапки тоже в какое-то пришли движение. Нифига себе, да? Вот так. Совсем другая уже улитка. Но у нее не двигаются вот эти вот лапки. Все я не хочу делать, да и не умею. Сделаю две. Так, опять скажем поза. Скажем Alt-R. Отменим. И вот теперь здесь... А в этом моде мы пойдем с вами сделаем следующее. Shift A. Вот у нас появился. Поворачиваем ее. Так. Так. И двигаем. Так. G. Вот сюда. А отсюда с помощью E вытащим еще одну. Нам не надо сильно, нам достаточно будет такого. Так, единственное, что нам надо поставить это на место. На место это значит G вот сюда. Так. Сюда. Вот сюда. Так, теперь я хочу применить к ним симметрию. Не хочу делать лишний раз, поэтому в бон пойду вот так. И скажу этот бон 0.7, пока не буду нажимать, я просто скажу L, точка L, да? И вот этот тоже скажу бон 0.8, точка L. Прекрасно. А далее я могу их выбрать вот так. На месте они стоят. Ну, более-менее скажу. Ну, давайте подвинем еще. Вот так. Подвинем сюда. Я могу выделить, пойти амотор и сказать симметрия. Вот так. Вот она встала в симметрию. Не совсем, правда. Ну ладно. Вот так. Этот R. G. И у них теперь кости называются с буквы R. Вот видите, R подставилась. То есть вправо-лево. Далее нам надо соединить это, естественно, собрать вот это, вот это, наверное, и сказать Ctrl-P,
connect. А ошибочка, не connect. Вот видите, когда connect, он прилипает. А вот когда cap, то он прилипает вот сюда, и все остается на месте. Так, единственное, что, я думаю, сейчас будет проблемка небольшая. То есть он не знает этого. И навряд ли он будет ее двигать же. Видите? Он ее не знает. Поэтому нам придется еще раз пойти сюда, сюда, сюда. Вернее, не надо так делать. Вот так надо сделать. Так. 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 Выбрать теперь это все и сказать Ctrl-P. Автоматически весы. И теперь опробовать. Поза. G. Вот видите. Теперь давайте мы ее поставим в эту позу, какую хотели. Так, этот развернем сбоку. Развернем R. О, она улетела, да, тоже. Вот, это значит то же самое. Мы возвращаемся к... А это? R. Да, это тоже. Тогда мы пойдем это сюда. Выберем вот этот объект. Как будет вот. Вот. А это мы не посмотрели, да, объект. Вот, надо посмотреть, как он называется, эта штука. Вот это у нас вон 03. Вон 03, надо это привязать сейчас. Так, пантинг. Теперь заходим сюда, ищем по 03. Посмотрим. Вот видите, то же самое. То есть он берет это, но не захватывает эти. Так. Мы можем теперь применить другой прием. Так, вон 03. Мы теперь знаем, что вот он к нему. Мы теперь пойдем в Edit Mode. И возьмем вот это. Мы ее выделили, да? И это выделили. Так. Теперь, чтобы не закрашивать, мы можем просто пойти сюда и сказать Assign применить. Применили. Идем дальше. И вот. Выделяем наш скелет. Поза. И теперь двигаем позу G. Вот. Эти. Вот и все. То есть мы сейчас вот это подвинем вот так. Вот это немножко вот так подвинем. И лапки загнем. Это сюда. И это сюда. То есть вот так. Она как бы поднялась вместе с лапками. Приподнялась, да? И хвостом помиряем. Тенс, 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 тенс. Тентеренте, тенс, тенс. И наоборот, наверх в этом случае вот так. Видите, это уже совсем другая поза. Что я хочу, допустим? Я хочу ее сделать встречу с собакой. Чтобы она смотрела, собака на нее, а она на нее. Вот поэтому мне такая удивленная поза, ее и нужна. А вдруг он не захочет цветочек подарить, вернее, это улитка. Скажет, на тебе цветочек. Ну и все, вот остался объект. Вот. Матур выбираем. Выделяем, идем в расцветки всякие. Так, мусин зелено. Откуда этот материал? Я его не делал никогда. Вот белый этот и черный еще тут должен быть материал. Все, видите, как она у нас гордо поднялась.
Так, здесь git mod. Пасть. Ну, допустим, язык, да? Язык. Нам надо новое. Сказать, что вот. А, красный, вот типа, откуда красный был, да? А зеленый отсюда удалить. Красная сильно. Вот. И зубы, естественно. Выделили. Выделили. И выделили. Сказали белый сильно. Вот так. Знаете, я бы такой, чтобы я внутри еще сделал темно-зеленым. Там выбрал вот так. То, что я сейчас, это вполне возможно. То, что здесь куча полигонов, которые я могу теперь спокойно вот так. Видите, красиво какой. Здорово. Мне нравится это. Тримеш стоит всего $12, по-моему. Так. Если захотите, найдете. И вот тут я сейчас создам еще один материал, который будет темнее, чем этот зеленый. То есть я тоже сделаю зеленый, да, но темный. И скажу сильно. О, видели, как она выбодрилась? Так что вот, ребята, я сейчас соберу сцену, подберу сюда собаку, поставлю и сделаю как заставочку. Для этого мне риггинг и нужен был, и ремеш этот, иначе бы ничего не получилось. Но я очень доволен. Можно было сделать, чтобы еще глаза в разные стороны ходили, но это для мультика, наверное, а для моей сцены такой достаточно. Всего доброго вам, друзья. Пока.